Художники Оренбуржья стали участниками грандиозной экспозиции «Большая Волга-11», которая будет проходить по очереди в трех городах – Казани, Перми и столице Республики Мариэл – Йошкар-Оле. «Волга-11» представляет лучшие достижения художников за последние 5 лет. На выставках принимало участие около 2000 художников с Приволжского федерального округа. Оренбург тоже принимал участие. У нас были выставкомы, которые проверяли работы здесь, потом мы повезли в Казань. В Казани прошли через выставком. В результате у нас осталось 18 человек и 24 произведения. Экспозиция включает в себя живопись, скульптуру, графику, плакат, монументальное, народное и храмовое искусство. В ней участвуют 859 авторов из 13 регионов федерального округа. Выставка была настолько грандиозная, что она была представлена в 3 выставочных залах Казани. И это было все приурочено к открытию Большой летней универсиады. И то, что мы приняли участие в Большой Волге-11, это большая заслуга и наша, и нашего Министерства культуры, которое нам очень сильно помогало в этом. Стоит отметить, что уже сейчас издается полноцветный каталог с информацией о деятельности региональных отделений Союза художников России в Приволжье с его электронной версией.